Друзья, мне часто спрашивают, как я проращиваю, выращиваю павлонию. Я хочу вам об этом рассказать. Этим же способом можно выращивать и другие семена, мелкие семена, которые разносятся ветром. Это катальпа, платан, клен, береза, пихта, ель, лиственница, ну и многие другие. Вот для этого вам нужно взять вот такой контейнер прозрачный. Его можно купить в любом хозяйственном магазине, практически в супермаркете. Насыпать туда почву. Лучше взять почву рыхлую, с большим содержанием биогумуса или торфа. Для чего? Чтобы вам удобно было потом извлекать оттуда корни. Можно туда добавить препараты с микоризой для улучшения состава. Они есть у нас на сайте. Вот. Вы наливаете, смешиваете почву с водой, но так, чтобы вода не... Ну, увлажняете почву достаточно хорошо, чтобы вода при этом не стекала. Для этого нужно будет приподнять его немножко и посмотреть, чтобы не текла вода. Но почва на ощупь должна быть влажная. Потом берете семена. Вот я взял вот семена павловни. Вот, которые опять же у нас можно приобрести. Так рассыпаете, как солите. Ну, я так для пробы немного беру. Потом берете зубочистку, ну, или какую-то палочку. И вам нужно разделить их, если два семечки соединились вместе. Я потом покажу. Нужно разделить их пошире, чтобы расстояние между семечками было не менее 1 сантиметра. Это важно для того, чтобы потом при выкопке корни саженцев, ну, сеянцев не соприкасались друг с другом. Вот. Потом берете такой пульверизатор и начинаете их увлажнять. Увлажнили. Можно добавить сюда, ну, разные им препараты для обеззараживания. Ну, если тоже у нас есть они на сайте. Но если их нет возможности их достать, то можно ограничиваться без этим. Они и так будут сходить, но с биопрепаратами будет сходить быстрее. Потом берете крышку. Крышка должна быть прозрачная. Объясню потом почему. Закрываете и ставите в теплое место. Павловня всходит где-то через 2 недели. Ну, периодически нужно открывать и смотреть. По-хорошему тут должна быть образовываться капельки росы. То есть там должна быть постоянная влажная среда. Периодически можно его увлажнять. Открывать, если видите, что не всходит, или там недостаточно влажная среда, увлажнили опять. Поставили. Потом через... Когда вы видите, что они начали прорастать, то вам нужно поставить это уже на свет. Но не на прямые лучи солнечного света, чтобы там не было... Ну, они не пережарились от температуры. В полутень поставить или в тенек. Через какое-то время они начнут уже, ну, они неравномерно прорастают, могут прорастать еще не недели примерно. Поэтому нужно дождаться, пока они все прорастут, при этом крышку одевая постоянно. Когда они все прорастут, крышку мы убираем, вот, и ставим уже их на солнечный свет. Павловня любит солнце. Вот, вот это 2 недели назад я... сейчас ближе, может быть. Так вот посадил таким способом. Вот она проросла, павлония. Теперь я ее поставил на свет. И буду дожидаться, когда она станет 2-3 сантиметра высотой. И тогда я буду пикировать. Я беру такую палочку, пытаю деревянную. И аккуратненько их извлекаю оттуда. Стараюсь не травмировать корень. И пересаживаю вот такие пакеты. Вот. Вот такие пакеты, ну, длинные, для того, чтобы сформировать корень. Ну, аккуратно пересаживаю. Вот этой павловне 3 месяца. Павловня очень быстро растет, и поэтому нужно вставлять палочку, чтобы она довольно хрупкая. Осенью вы можете посадить на постоянное место эту павловню, но желательно обрезать ее первый год. Почти под корень, по там первую почку.
Тогда на следующий год она выстреливает на 3-4 метра в высоту и растет уже ровным стволом, если вы ее будете листочки и боковые побеги обрезать. Вот. И вот хочу я показать еще. Также вот выращена была катанка таким способом. Вот. Все. Благодарю за внимание. Всего доброго.